Я прохожу. Я повылазила, блин. Медички есть, чел. Я к Тёмке подхожу. Эй! Бил типа. Я у тебя в торце. Кто-то у нас тут настройки. Эй, говорит, 38 уровень пришел. Вышел двое. Куда? Сюда бегут. С трупа? Да. Вижу, да. Временка. Куда он делся? Ага. Один минус. Я вышел через задний. Я здесь убираю. По нему будет работать. Вот его ранил. Блять. Ты с калашом? Нет. Значит, нет. Еще есть. Значит, еще есть. Стреливает мне под автобусом. Один вот там, который стреляет, а один у темного ангара с Уралом. Меня этот почти убил. Ногам. Я в медичку зайду, в химчик надо. Давай, давай. No one's left behind my ass. Минус один. Остался у темного ангара с Уралом. Блять, что за граната нахер? Нет, он. Еще один минус. Я вышел. Мне кажется, кто-то есть на бомже в кустах. Какие-то грены прилетают. Не знаю, никого нету. На кого милостынь? Мэй, спасибо. Пусть машина служит долго, да? Спасибочки за поддержку. Огня опасно кто-то, что ли? По-моему, да. Да, пойду поинтересуюсь сперва, наверное. Хотя сейчас с этого жетончика посмотрю. Пение уровня хотя бы понимать. 62-й! Убил одного типа. Скорпион. Фига.
Сзади. На скале сзади. Над богатым. Сука, заклинило. Ебалда. Блин, что тут не забирается, серьезно? Двое. М1А, да? Да, 62-й. Да, это больно. Блять, только не задей. Гранаточка. Готово. Ко мне. Блин, да Лёня, да отвали ты, господи. Тут бот ходит. Обычный. Блять. Задолбали мне руки выбивать. Бля. Ну он по кому-то попадал, что-то хз стрелять по нему и не. На территории кто-то бегает, только не опасно. Вот он по нему, походу, долбит. Да, огне опасно. На холме! Чувак на холме с нашей стороны вниз спускается. Бежит обратно к общагам. Вижу. Вон грену кинул. Плохо мне, плохо, плохо. Убила? Нет. Он заряжается. Стройка, аккуратно, большой пролом. А не, убил меня, ну он подошел. Лёня просто всю малину испортил, блин. Застопорил. Ок.
машины нет, Том. Чувак с меченкой сидел в кустах. Чел, чел у меня! На улице? В ванной. Одного убил? В ванной? Меня убил. В ванной, в смысле, внизу в бассейне? Ты меня убил. В смысле, блядь, а где тогда у тебя он? На главном. Их несколько. Я думал, ты у меня в здании, блин. Как ты успел туда убежать? Ты одного убивал? Нет. Значит, я одного убил, там еще один. Будешь чем забирать? Да, сейчас куда-то заберу. Где-то у меня под забором. Да, вот он. Одного убил. Я под вагоном. Ага. Он по кому-то стрелял. Девятый уровень. Может, он вообще, блин, непонятно, чем занимался. Это лазер напрягает. Что-то как котик заигрываешься на нём. Да. Задняя захожу. Угу. Он на втором, прямо над нами. Да, там пиво что-то. В комнате с медициной. С левой комнаты, поняла, дальней? Я прохожу. Поняла. Повылазила, блин. Со всех сторон. Железо у нас! Мое. А, блин. Закажу с первого. Твою мать! Помоги, убили меня, блин, из двух сторон тупо вышло. Бля, с большой стройки бегут на АГС-ку, типы. Прямо вот перед нами вид. Меня убили. Да-да, поняли. Убил его. Ты жив? Да. Ты чё, блядь? Чалский, походу, кидаю. Не. Если честно. Чё?
что мне муж не разрешает заводить страничку в Инстаграме. Кому? Тебя? Да. Кошмар. А? Кошмар, говорю. Вот одноклассника же тебе он разрешил завести? Одноклассник я сама себе не разрешила завести. Ничего, еще пару годиков заведешь. Будешь анимированные открытки присылать там, типа, с днем Пасхи, вот это все. Да, ты думаешь, в Вайбере мне не присылают? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.